Всем привет из Нью-Йорка, меня зовут Эмин, мне 28 лет, и ровно 8 месяцев назад мы с супругой прилетели из Баку в Нью-Йорк. В течение данных 8 месяцев мы успели начать процесс легализации и работаем с адвокатом Светланой Каф. А также 2 месяца назад уже здесь, в Нью-Йорке, у нас родилась дочка. Это краткая информация о нас. Теперь же непосредственно перейдем к теме конкурса, который называется «Хорошо». И хорошо, когда у вас есть цель. Я абсолютно согласен с Михаилом Портновым, что иммиграция не является целью, а является всего лишь средством достижения цели. Потому что смена месторасположения вовсе не изменяет вас самих, вы являетесь тем же самым человеком, которым были до этого. Но иммиграция может дать вам определенные возможности, при помощи которых вы можете изменить себя. Несколько месяцев назад я был в центре Манхэттена в одном здании, которые в основном снимают рекламные кампании. И на стенах данного здания было очень много изречений великих людей, а также мотивирующих выражений. Некоторые из них не запомнились в силу того, что по смыслу, который вытекает из этих выражений, они были близки и даже являются близкими мне в данной моей жизненной ситуации. И одно из них звучит таким образом. Life is not about finding yourself, it's about creating yourself. Жизнь – это не поиск самого себя, это создание самого себя. И на самом деле мы не ищем себя в каком-либо уголке мира. Мы ищем возможности, чтобы создать себя именно такими, какими мы хотели бы себя видеть. Я считаю, что также важным является дать определение самой цели. Лично я субъективно считаю, что целью является желание, которое исходит из недр вашей души и проходит глубинное сито вашего разума. И именно такое желание, которое прошло критику вашего разума и превращается в цель. К такой цели обязательно нужно лететь. Если вы не можете лететь к этой цели, нужно идти к этой цели. Если вы не можете идти, ползите к этой цели. Если вы не можете ползти, лежите, смотрите по направлению к этой цели и думайте о своей цели. Это является для меня ключевым фактором думать о своей цели. Если вы не думаете о своей цели, о методах достижения вашей цели, то наиболее вероятно, что это не увенчается успехом, вы не добьетесь его. Потому что каждая цель должна мотивировать вас к действиям. После поставленной цели должны быть действия. Второе выражение, которое я хочу вам сейчас сказать, непосредственно связано именно с действиями. Ever try, ever fail, no better. Try again, fail better. Если вы пытались и у вас не получалось, это абсолютно не имеет никакого значения. Пытайтесь снова. Проигрывайте снова, проигрывайте лучше. То есть даже если на пути к своей цели вы терпите мелкие поражения, это не должно останавливать вас. Вы должны двигаться к своей цели, пытаться снова проигрывать и заново пытаться проигрывать, но лучше. И это является своего рода ростом, это является прогрессом в определенной степени. И вы приближаетесь на определенные шаги, ближе становитесь к своей цели. И это означает, что это всего лишь дело времени достижения данной цели. Вы обязательно добьетесь своих целей. Помимо этого, на пути к своей цели не забывайте, с кем вы идете к данной цели. И следующее выражение звучит следующим образом. Кажется, дочь проснулась. Секундочку. Ну что, продолжаем с самым маленьким участником данного конкурса. Очень важно на пути к вашей цели знать, с кем вы идете к данной цели. И следующее выражение об этом. If you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together. Если вы хотите идти быстро, идите один. Если вы хотите идти дальше, идите вместе. Мы в данном случае выбрали второй путь. Идем вместе и добьемся нашей цели. Пойдем дальше. Да. Так вот, также на пути к своей цели не забывайте о здоровье, ибо sound mind in a sound body, в здоровом теле здоровый дух. Желаем здравия Михаилу Портнову и его семье, а также всем подписчикам, кто досмотрел до этого момента, для вас будет дальше нарезка роликов,
Желаю вам добиться всех ваших здравых целей, а также, чтобы все у вас было не хорошо, а отлично. До скорой встречи! Пошла. Сейчас едем. Только быстро-быстро не делай. Здесь видео сейчас. Нет, правда, это дети бегают здесь. Именно много не делай. Не тянет уже. Не тянет. Не тянет, да. Сейчас дотягивайся, да. Че? Последний будет три. Ну это же...